Спроси меня. Что она там, заначку нашла у вашей? Котенок, она что там нашла? Она запах под мышкой у этого, у костюма. Запах подмышки — это пот. А пот — это означает, я что-то переживал, сердце, валерьяна. И она вот кайфует там, это маленькая такая, ее никто не учил, она ничего не может сделать. Вот утром она еще делает. Маленькая, 5 месяцев ей там, но, гляди, она куда бьется-то, где мой костюм висит, но я там работал в нем, и пот пропитал, и кошки с ума сходят. Ничего не трогаю. Подмышку лезут. Я сижу на колени, возьму, она подмышку лезет понюхать. Она кайфует. Вон она. Видал? Вот сколько время уже. Вот. А эти, которые здесь, она даже их бросила. Это Буска здесь. Она у Надежды Васильевны мышей ловит. Но в неделю, 2 дня я прошу сюда приносить, чтобы от моих кошек она не, ну, не отвыкла. Вот. А это, вот она где. И смотри, она бьется прямо. Гляди, как... Так это она вам пиджаки. Ну все, все, ох, надышалась, нет, еще маленько. Костюм, вот она, гляди, вся аж залазит, а там держаться-то не на чем, на палочке на одной держится. Погляди, что она там делает. Подожди, не трожь, не трожь. Кто тебя просил? А может, зачем что-то есть еще? Зачем ты делаешь? Что хотел? Она сразу уйдет. Ты как ребенок маленький. Вот у меня суслики там, ребятишки, я говорю, не подходите, издалека наблюдайте. Он ближе, суслик в норку нырнул, его нету. Видишь, посмотрит. Там ничего нету, кроме того, что пропотелая подмышкой материя. Она вся туда залазит. Вот. Где у нас как-то было тут, в валерьяновых как-то корешки там были маленькие, я просыпал их. Коты со всей окрестности приходят, в земле валяются, орут. Наркоманы. А это котенок маленький, он еще не знает, еще гляди. Да что ж такое-то, ну хоть... Вот отрежь оттуда, надо пот, когда будет, протереть подмышками и дать ей. Вот она, не знает. Ну. Так это что, вы говорите, переживал там что-то, с переживанием как-то связано? Я не знаю, что у него, сейчас вас спросить. Паля, что у тебя там? Что? А? Ну, вы сказали вначале, что валерьяна выделяется, когда человек что-то переживает. И... Ну, от сердца, сердце колотится от сердца. Пот, который, я работаю сильно там, перенапряжение, это сердечно связано. Я так объясняю это. Больше ничем нельзя объяснить. Одинаково рассыпанные какие-то там корешки валерьяны и подмышками. Зачем она лезет? А пот-то самый сильный. Нигде так не потеет, как ладони и подмышкой. Я с потом-то занимался, знаю. Вот она смотрит. Все, пока.